Завтра, 24 апреля, в Анапе запланировано землетрясение. К счастью, не настоящее. 24 и 25 апреля Анапа присоединится к краевым командно-штабным учениям. По масштабу тренировки станут уникальными. Планируется задействовать до 30 тысяч человек. Не только в рамках бюджета муниципального образования создаются резервы финансовых и материальных ресурсов, но и на каждом предприятии, организации и учреждении должны быть неснижаемый какой-то резерв материальных ресурсов в виде финансовых, по сравнению правительства, 100 тысяч рублей. По плану предстоящих учений 24 апреля в 9:20 в Анапе пройдет тренировочная эвакуация во всех школах Анапы и на объектах экономики и социальной сферы. Будут задействованы региональные и муниципальные системы оповещения, а также локальные системы на потенциально опасных объектах. Цель – обучить анапчан правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Если завтра в 9:20 вы услышите вой сирен, не пугайтесь, идет тренировка.